Financial Times выходит статья, небольшая, которая примерно называется так, что Америка строго попросила Украину не бомбить больше НПЗ российские, не уничтожать, по двум причинам. Первое, потому что это поднимает мировые цены на нефть, и цены выросли уже на 15%. А второе, потому что в ответ Россия может заблокировать, они там, это в русском переводе было неправильно, что якобы ответные удары может нанести Россия. Нет, там в оригинале я почитал, речь шла о том, что в ответ Россия может заблокировать нефтепроводы, идущие из Казахстана, по которым идет нефть западных компаний, в частности компании «Шеврон», которые добывают ее, так понимаю, в Казахстане, и потом она идет через Российскую Федерацию, видимо, в Европу. Ну или в порты какие-то, не знаю. И типа поэтому не бомбите больше НПЗ, это нехорошо, не надо. Сказали нам, американцы, если верить Financial Times. Там было сказано так, со ссылкой на трех источников. То есть есть три человека, участники этого процесса, которые об этом знают. Вот такая была новость. Ну, естественно, значит, Алиса пишет, Подоляк в ответ послал запрещателей. Подоляк, это, видите ли, как вам сказать, это публичный спикер. Наш, это важно, что он сказал, но это же было как бы к нам больше обращено. Я думаю, важно, что же там произошло внутри. Я вообще думаю, что для этого приезжал Салливан. И именно поэтому, возможно, мы прекратили на какое-то время обстрелы. Мы последний обстрел был в воскресенье, а следующий вот только в пятницу. Потому что действительно приезжал Салливан, помощник президента Байдена по национальной безопасности, и вот со всей этой просьбой, собственно, к нашим и обратился. Это кто-то слил в Financial Times, не будем говорить кто, хотя это был именно кролик. И это, если что, была цитата из одной книги, но... После этого наши решили, все-таки наше военное командование и политическое руководство, естественно, решили продолжать обстрелы нефтеперерабатывающих заводов. А ведь что говорил условный Салливан, это не был факт, что Салливан, но кто-то, согласно Financial Times. Поймите, вот вы будете пить по нефтеперерабатывающим заводам, вырастет цена на нефть, и тогда Байдену будет трудно переизбраться, потому что цена на нефть будет высокая, инфляция будет в Америке, за Байдена не проголосуют. То есть мы должны вот здесь сидеть в Украине и помогать Байдену избраться тем, что не бомбить врагов наших. Не нарушать им поставки, не дай бог, бензина и дизеля для их танков, правильно? Ну, не дай бог, мы же разрушим. Керосина у них не будет, самолеты у них летать не смогут. И тогда Байден не переизберется. Парадокс такой, парадокс, согласитесь. Или мы... Из-за нас компания «Шеврон» подешевеет, потому что не сможет нефть казахскую доставить, из-за того, что мы обстреливаем НПЗ. И мы вжарили таки по НПЗ. Приятно понимать, что мы показали, что вот так, ребята, и по-другому не будет, что у нас война, и никак иначе. Мне пришло таинственное сообщение от вас прямо перед стримом. Написала девушка следующее. Я зачитаю, как есть, простите уж. Я не знаю, где вы это слышали, что именно говорил этот человек, но просто так это касается НПЗ, то я зачитаю как есть. А что вы думаете про Гонопольского? Він дуже роздратований, видав про те, що Україна зараз відражки отримає не лише по греблі, а по самі гланди за порушений НПЗ. Начебто ми нарушили договор по нафті, так? Это вот пишет девушка, что, слушайте, тут вот слушала Гонопольского, он раздражен, он говорит о том, что за то, что мы бьем по НПЗ, нам по-всякому достанется Украине. Россия нам не только по Днепрогрессу ударит, но и, значит, везде, потому что мы нарушили договор о нефти. Давайте, это все не касается Гонопольского, я же сам не слышал, я вот девушка прочитал ваше сообщение. Давайте отложим слово Гонопольский в сторону, потому что не знаю, не слышал его очень давно. Раньше я ему давал интервью, в последнее время я его не видел как-то давно. Вот, и, значит... Первое. Россия имеет возможность обстреливать нас сколько угодно, как вы знаете. А мы имеем возможность сбивать их ракеты тоже сколько угодно. И деятельность России никак не привязана к нашей. Вот что вы думаете? Ну вот есть еще среди вас, дорогие мои друзья, я взываю к вашему благоразумию. Скажите, пожалуйста, простой вам вопрос задам, дорогие друзья. Вот по-вашему. Какие-то действия России, они как-то привязаны к нашим действиям? То есть вы верите, когда вам говорят, о, это Россия в ответ на. То есть это вот мы тут стреляем по НПЗ, и за это они стреляют по Днепрогрессу. А типа если бы мы
не стреляли по НПЗ, то они бы не стреляли по Днепрогэсу. Вот вы в такое готовы поверить? Ну как, вот они взорвали Каховскую ГЭС. Они взорвали Каховскую ГЭС, когда мы еще не стреляли по НПЗ. Правда же? Мы ни по одному НПЗ не выстрелили, а они уже стреляли по Каховской ГЭС. Говорят, а это за то, что вы стреляли по Белгороду. Слушайте, они стреляли по Киеву 24 февраля 2022 года, а мы еще до этого по Белгороду ни разу не стреляли. Ничего подобного. Или там, удары по Киеву – это за Москву. Ну подождите. Мы не стреляли по Москве, они уже стреляли по Киеву. Поэтому мне кажется, что любое такое рассуждение, оно на пользу Российской Федерации больше никому. Я никогда не говорил, кроме одного случая, упомяну сейчас его, что кто-то нам в отместку за что-то. Ну вот когда я сказал, что в отместку за Энгельс нас пытались бомбить Киев, ну это уже такое могло быть личное, да, в смысле не на уровне командования военного, не на уровне Путина, там, Герасимова или Шойгу, а на уровне там летчик. Летчики сказали, нет, мы обязаны, тоже раз они по нашим самолетам. Ну, в таком духе. Но это максимум. Так никакой привязки нет. Дальше. То, что вы, девушка, цитируете, вот, не будем лишний раз упоминать кого, потому что я же не слышал сам, что мы нарушаем некий договор о нефти. Какой договор? Вы что? Ну, какой может быть уже договор с Россией у нас? Нет сегодня ни одного договора. Сегодня не существует никакого договора у нас с Россией. Ни о чем. Никакого. У нас есть участие в наших международных договорах, каковыми являются, ну, например, что вам сказать, ну, вот там, не знаю, то, что мы должны соблюдать правила войны, мы должны их соблюдать, потому что мы подписали Женевскую конвенцию. Это на нас по-прежнему распространяется. Не распространение ядерного оружия. Пока распространяется, потому что мы это подписали, но это мы не с Россией подписали. Мы с Россией ничего, у нас нет больше договоров с Россией, у нас нет дипотношений с Россией. Никакие договоры с Россией у нас больше не действуют. Какие? Какие договоры? Они не признают даже наше существование. Сергей пишет, Карфаген, Москва должен быть разрушен. Значит, Сергей, во-первых, я с вами согласен, но не Москва, а Российская Федерация, все время говорю. Должна быть разрушена Российская Федерация. И да, первым это официально как бы заявил на официальном уровне президент Латвии, но я это на неофициальном заявлял с первого дня, что вот Российская Федерация должна быть разрушена как государство, иначе мы не сможем победить. Не получится. Другого способа победить нет. Как была разрушена нацистская Германия, нельзя было ее победить по-другому. Ну нельзя. Нельзя было просто сбить несколько самолетов и танков. Нет. Или там убить Гитлера. Нет. Они 9 дней еще без Гитлера сопротивлялись, правильно? Так что, как показал опыт, убить Гитлера недостаточно. Должна быть разрушена. Карфаген должен быть разрушен. Насчет Каховской заливаешь. Подождите, Алекс, чем это значит? Чем заливаешь? Водой заливаешь Каховскую? В смысле, а кто, по-вашему, Алекс, взорвал Каховскую ГЭС? У вас есть другие версии? Кто-то другой мог взорвать под носом у россиян прямо ее, да? Прокрались 1000 наших спецназовцев, заложили 8 тонн взрывчатки под носом у российских солдат, да? Так заливаешь? Куда заливаешь? В Крыму мощные прилеты. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Так, идем дальше. Значит, по поводу НПЗ. По поводу НПЗ. Мы показали, что мы не собираемся вступать во все эти шушу-мушу. И, кстати, им некуда было деваться, американцам, потому что, смотрите, если бы мы это все вынесли и сказали бы, а знаете, нам Салливан приезжал, это сказал. Это был бы страшный внутренний конфликт внутри Америки. Потому что получалось бы, что Байден пытается переизбраться на нашей крови, да, на украинской. Вот так бы получилось. Поэтому американцы поставили себя в тяжелое положение. А наши, в общем, что сделали, как всегда. Вы хотите тайной дипломатии? Так мы ее прямо сделаем явной. Ну хорошо, я ведь тогда сказал в пятницу, в пятничном выпуске, что либо мы должны нанести удар прямой по НПЗ немедленно, как ответ Financial Times, либо Белый дом должен выйти и сказать, что это неправда. И знаете, что случилось? И то, и другое. Белый дом вышел и сказал, мы никак не мешаем украинцам в их деятельности. Мы ее не поощряем, но не поощряем, это имеется в виду, не выдаем для этого беспилотники. Но и никак ничего с этим не делаем. Ну и мы просто нанесли, так что все получено было немедленно. Скажите, пожалуйста, как можно победить, если у нас такая коррупция, спрашивает Вероника. Вероника, отвечаю.
мы воюем со страной, где коррупция гораздо больше. В международных рейтингах мы гораздо выше, чем Россия по уровню, ну, в хорошем смысле. У нас по индексу восприятия коррупции Россия там на 180-м месте в мире. Поэтому мы воюем с более коррумпированной страной, поэтому можем победить. Если бы мы воевали с менее коррумпированной, ну, с Германией, она менее коррумпирована, чем Украина, то у нас бы не было больших шансов. Но когда воюешь с более коррумпированной, в чем дело? У нас страна не идеальная. У нас есть много недостатков и в управлении, и в коррупции, и в чем угодно. Но мы воюем с по-настоящему коррумпированной страной. Тут же вот в чем дело. Как это, знаете, когда группа людей убегает от льва, ты не должен бежать быстрее льва. Ты должен бежать быстрее хотя бы одного другого человека, с которым ты вместе убегаешь. Понимаете, в чем идея? Когда ты сражаешься во что-нибудь с противником, не знаю, играешь в шахматы, ты не должен быть чемпионом мира, ты должен победить только этого человека конкретного. Это главное правило. Так и здесь, в этой войне. Мы не должны быть самой некоррумпированной страной в мире, чтобы победить Российскую Федерацию. Мы должны быть менее коррумпированы, чем Российская Федерация. Понятно, что в идеале у нас не должно быть коррупции, но это в идеале. А на практике вы же задаете сейчас вопрос, как победить. Отвечаю. Нам достаточно быть менее коррумпированными. Нам достаточно быть более организованными. Не идеально организованными, а более организованными. Мне говорят, слушайте, в Украине мало патриотов, не патриоты вообще. В Израиле гораздо более патриотичны. Да, в Израиле более патриотичны, чем в Украине. Но у нас более патриотичны, чем в России. И нам достаточно быть более патриотичными, чем в России. Нам не надо быть самыми патриотичными в мире людьми. Нам не надо быть даже самыми умными и великими инженерами в мире, которые разрабатывают беспилотники. Нам нужно быть умнее, чем россияне. Вот и все. Вот и все.